Работали по лодкам, по переплывающему противнику. Ну и также работаем по островам, но основной костяк, конечно, тот берег. Каждая машина оснащена системой РЭП, и то есть она спокойно помогает, она глушит FPV-дроны. Противодронная защита – это неотъемлемая часть, которую сейчас делают практически все экипажи танков. Она спокойно защищает от воздействия FPV-дронов. Парней настрой отличный, все выполняют свои задачи вовремя, с, так сказать, боевой дух находится всегда на высшем уровне. В принципе, все отлично. Огонь! Давай! Выполнили боевой вылет для поддержки нашей родной пехоты. Прилетели в район цели, передовой авианаводчик подсказал живую силу в посадке. Отработали туда неуправляемым ракетным вооружением. Далее вернулись на аэродром посадки.